Сегодня у нас на разборе BQ2436 Fortune. Открываем заднюю крышку. Снимаем аккумулятор. И откручиваем болты. Снимаем переднюю рамку. Сразу видим, что динамик спикер верхний у нас универсальный. Меняется просто и легко. Снимаем клавиатуру. Далее откручиваем системную плату. И аккуратно ее снимаем. Системный разъем у нас здесь тоже универсальный. А это у нас разъем зарядки. Тоже меняется просто и легко. Динамик базер у нас припаян к плате. Находится он в этой рамочке. Микрофон и вибро у нас припаяны к плате. И дисплей тоже у нас припаян на плате. Эти детали вы просто так заменить не сможете. Телефон разобран. Ставьте лайки и указывайте в комментарии, какие бы вы телефоны хотели увидеть в наших следующих разборах. Пока!